Там посмотрим, как пойдет. Пам-пам-пам-пам-парам! Пам-пам-пам-пам-парам! Так, баланс, надеюсь, не закрывает? Хотелось бы верить. Сейчас прочекаю. Вроде видно баланс. Сейчас уменьшу донейшн к 100. Забываю 100. Сложно. Сейчас бы помнить. Я вам кто по-вашему? Мала-ла-ла-ла-ла-ла, мала. Комната ожидания трех драконов. Юпи. Не пойдет. Это маловероятно. Так, почему я настолько сильно проигрываю? Блять, это нормально или что? Я даже не могу выйти, потому что она даже рыбку еще не дала. То есть я же не могу выйти без рыбки. Хотя бы рыбку дай. Это какой-то пиздец. Последнее время, блять, это вообще такой пиздец. Что происходит? Это нормально по-вашему? Ну что еще? Пабзан, удачного казика. Кстати, ответь на вопрос. Удачный, проверяю. Когда следующий аукционич? Следующий аукцион, скорее всего, на следующий стрим. Во время поеботы. Я буду стримить поя, все будут гореть, но... Запустим еще одновременно аукцион. Блять, как можно проебать 600 долларов за сколько? Я проебал 600 долларов за минут 10 или меньше даже? Поставки 8 на ебаной кое, которая, ну, вообще ничего не дает. То есть просто каждый спин ничего. Ну как это вообще возможно? Истребление средств. Ну пиздец, да. Ничего не падает. Ну охуенные стримы, ничего не скажешь. Только начали, а уже и закончили. Впрочем, как обычно. Ну, то есть просто каждый спин ничего. Каждый спин ничего, и ты проигрываешь, ну, буквально вот максимально быстро. На любом слоте, независимо от ставки, просто, блядь, полный пиздец происходит. Ничего вообще не падает, то есть, ну, вообще ничего. Каждый спин ничего. Внимание! Внимание, внимание! Дамы и господа, я по ставке 8 бачей проебал 900, грубо говоря. За 10 минут не прошло, 10 минут не прошло. Алло, прикиньте, вдумайтесь. 9 минут я стримлю, короче, 9 минут. С половиной. Короче, 9 минут я от силы поиграл. И проебал 900 за 9 минут. 100 баксов ну в минуту. Что еще? По небольшой ставке. Спасибо как за для этого слота. Страшилки. Ты, конечно, качественно истребил мой балик не байтами. Есть варик на пегасов. Есть. И если я выиграю окна мафии 2, сильно в тильт не впадешь. Ты понимаешь, главное, чтобы ты в тильт не впал, когда я дропну игру. Ты понимаешь, что я не обещаю полного прохождения игры с аукциона. Игры с аукциона, я не могу обещать полное прохождение, потому что там же, ну... Ну, допустим, выиграла игра аукцион, там может быть, там, ну, 10 тысяч, ну, 15, даже 20. Все равно я за такие сабжи не буду проходить полностью игру, я не могу этого обещать. То есть, главное, чтобы ты в тильт не впал. Я-то не впаду. Но если я дропну, то главное, чтобы это ты не тильтовал. Ты же рассчитываешь, что мне буду долго играть. Короче, за 9 минут я проебал 900 баксов по ставке 8. Для кое и ставка 8, когда у тебя баланс 1400, это вообще просто ничтожная ставка. И давайте угадайте, сколько я сейчас выиграю с бонуски. 100 баксов или 200? Ваши ставки, бля.
Монетка. Двести. Блядина. Окей, я бы пошел Пегасов, но... После такого... Куда-либо вообще идти. Тут только в окно выходить после такого. Тварь ебаная, пиздец. Я хочу хотя бы рыбки дождаться еще. Мэби рыбка будет. Ну типа, за 900 баксов не выпало ни одной рыбки. Выпала бонуска на 240 бачей. Прикольно. Как говорится, шансы были. Вот так. А, ну, держите меня в курсе, как говорится. Тут все понятно, по-моему, да? Верим. Вау, бонуска, когда проебал уже больше косаря. Больше косаря за 15 минут слита, по ставке 8. На кое. Когда вообще такое у меня было последний раз? Если сейчас даст бонуска хоть что-то, то зайду на Пегаса. Если нет, то нет. Так, я потом после стрима рад, что прочекаю. Я не буду сейчас никакие треки чекать, блин. Тем более настроения нет, учитывая, что я проебываю. Да и вообще, сейчас бы треки на заказ слушать за 300 рублей. Даже дело не в сумме, если бы такие, ну, даже 1000, неважно, или 2000. Я, ну, треки на заказ слушаю иногда, очень редко, только на конкретных стримах, на стримах видосов обычно. Раньше на музыкальных стримах слушал, когда делал музыкальные стримы, когда еще было... возможным хоть кое-как... А смотрите на это, да? Это нормально по-вашему? Вы это видите, да? Опять 240. То есть, ну, это нормально, наверное, да? Это норма. То, что происходит. Ни малейшего камбэка, ни малейшего шанса. Ничего. Ноль. Ноль. Буквально вот столько. Вот сколько мне кое дает. Ничего не дает. Ни малейшего шанса. Две бонуски без бонуски. По большому счету. Дунусь. Была бонуска, но ее не было. Это, в принципе, считаю, что не было бонуски. Просто какой-то высер на 240. Монетка. Два раза. Из двух. Нереально. Просто, блядь, вообще пиздец. Просто, ну, просто вынос. Конец. Конечная. Финишная.